One, two, three, four, five, six, seven. Я думаю, что это было в Краснодаре в 2014 году. Мы бухали у Игоря в гараже около кладбища. И именно здесь я познакомился с самой красивой девушкой моей мечты. Мы гуляли с ней по дендрарию, подошли к клетке с павлинами. Она посадила меня на лавочку, пододвинулась ко мне и тихо, тихо сказала. Ну, говорит, ты же понимаешь, что я мужчина. О боже, друзья мои, я чуть не потерял ориентацию в этом ботаническом саду. Куда катится этот мир, друзья мои? О боже, о боже, о боже. Спят девчонки. Парни спят, а курки во всех кружках и бутылках храпят. Выдохлось пиво портвейн помутнел, и хлеб, оставшись на столе, зачерствел. И солнце уже встало, и друзья разошлись. Приятная усталость, и мы снова одни. Бывает так нечасто, но с нами всегда. Сорок грамм спирта, остальное вода. 40 грамм спирта, друзья мои, остальное вода. Еды больше нету, и выпивки нет. Я пойду поджарю зачерствевший хлеб. Воды студеной из-под крана вдоволь попью и разбужу ее, чтобы сказать, что люблю. Что солнце уже встало, что друзья разошлись. Приятная усталость, и мы снова одни. Бывает так нечасто, но с нами всегда.